Зырь сверху звездочка за флагом. Точно. О-оу, снова крот. Ой. И нам выпал костюм девушки. Эй, какой такой девушки? Не хочу быть девочкой. Игруля, верни костюм пирата. Получай, пушка. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Получай. Приветствую, друзья! Капитан Боб Коршун снова с вами! Свистать всех наверх и погнали новые уровни проходить! Привет, капитан! Привет, ребята! Продолжаем приключения «Улитка Боб 3». Так-так-так, мы остановились на 16 уровне! Помощник Игруля! Да-да, идем его проходить. Или вернемся на 15-й за пропущенной в прошлой серии звездочкой. С чего начнем? Предлагаю начать со смены костюмчика. Ну хорошо, запускаем костюмную рулетку. И нам выпал костюм девушки. Эй, какой такой девушки? Не хочу быть девочкой. Игруля, верни костюм пирата. Или давай другой костюм выкрутим. Не-не-не, давай хотя бы пару-тройку уровней пройдем в новом костюме. Давай один, а лучше ни одного. Не-а. Ну, тогда два, и не больше. Ну хорошо, договорились. Какой уровень сначала, новый или старый за звездочкой? В любом случае, проходить оба, поэтому давай сначала новый. Хорошо, запускаем. Ух тышка! Чё это такое впереди? Опачки! Смотри, Боб, появилась подсказка, что это раковина с пушкой, благодаря которой мы можем стрелять. Попробуем? Ты ещё спрашиваешь? Конечно, попробуем! Это даже не обсуждается! Вуу, крутяк! Давай ещё разочек! Цель, кнопка впереди! Отлично! Давай теперь точно так же и желтую кнопку нажмем. Огонь! Во! Путь к выходу свободен! Только камень мешается! Ну, точнее, мешался! Эй, стой, Боб! Чё ты разгорячался? А вот чего! Мы все звездочки пропустили! Все! О-оу! И правда! Придется перезапустить уровень. Не-не-не, ни в коем случае! Я это, придумал кое-что получше! Да? И что же? А давай попросим друзей написать в комментариях, где находятся все три звездочки. Так сказать, задание на внимательность. Хе-хе. Ну не знаю. Ну, Игруля, просто хочется побыстрее костюмчик сменить. Ну ладно, ладно. Друзья, напишите в комментариях, где были звездочки на 16 уровне. В следующей серии мы вернемся на этот уровень, и комментарий первых 20 человек, кто напишет в одном сообщении, где все три звездочки, покажем в видео. Вот и отлично! А теперь погнали на 15 уровень! За пропущенной в прошлой серии звездочкой! Пошли, пошли! Ну чё, Игруля, давай по старой схеме. Я пока уровень пройду, а ты готовь подсказки друзей из комментариев под прошлым видосиком. Хорошо. Ну всё, я свою часть выполнил. Ну, в смысле выполнила. Ага, вижу. Давай сразу возьмем две звездочки, которые уже находили. Одна над выходом, а вторая справа. И держи подсказки друзей. Текс, ребятули написали, что последняя звездочка находится вверху, за первой пушкой.
А ну-ка давай посмотрим. Точно, она здесь. Берем. Отлично! Спасибо за подсказки, друзья! Два уровня прошли! Пора костюм менять, как и договаривались! Ну, пошли, пошли уже! Что же нам выпадет? Сейчас узнаем! И это костюм летчика. Вот это клевый костюмчик. Я снова капитан. Только в этот раз капитан самолета, а не корабля. Дрын-дын-дын-дын-дын. Полетели дальше уровни проходить. Игруля, полетели 16-й уровень на время проходить. Вперед, капитан! Этот уровень совсем легкотня. Думаю, пройду его без проблем с первого раза. Давай-давай. Пол пути позади. Осталось только до флажка дойти и камень разбить. Агась. Вот и все. Я же говорил, что с первого раза пройду. Молодчина, Боб. Ну так. Ну что, идем дальше? Смотри, там на следующем уровне сундучок с золотом будет. Крутяк! Погнали скорее за золотишком! Так-так-так, ну что у нас тут? Как-то тут очень много камней по пути, а пушка внизу. И так как сундук с золотом тоже за камнем, предлагаю начать с пушки. Поддерживаю! Для начала нужно спуститься вниз. Я думаю, что кнопка по центру нам в этом поможет. Точняк! Она спускает лифт! Я погнал! Подсказка появилась! Чё за подсказка? Тут кто-то есть! Ух, какой злющий крот! Чё ты там про подсказку говорил? Там была подсказка, что на эту норку можно нажать. Давай попробуем. Я погнал, а ты жми. Ну-кась. Зырь сверху звездочка за флагом. Точно. О-оу, снова крот. Ой. Ну ты, Боб, даешь. Нашел место, где остановиться. Да кто ж знал, что норка снова появится? Ну, теперь знаем. Давай я сразу возьму ту звездочку, и мы наконец-то сможем спуститься вниз. Только вот непонятно, как разрушить камень, чтобы достать пушку, с помощью которой можно разрушить камень. Толкнуть не получается. Тяжеленный. А что это за кнопка под тобой? Ну-ка. О, смотри, это же трамплин. Заползай на него, дружище. Попробуем тебя перекинуть через камень. Должно сработать. Перекинуть не получилось, но и так сойдет. Все получилось отлично. Теперь смогу и пушку взять, и все камни разрушить, и до сундука добраться. Начну с сундука. И это, раз я пилот самолета, у меня вопросик есть для зрителей. Давай, задавай. Друзья, а напишите в комментариях, летали ли вы когда-нибудь на самолете? Пишите цифру 1 или слово «да», если летали. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не летали. Отличный вопросик. В следующей серии узнаем, какой вариант победит. Ага, игруля! Я могу жахать из пушки даже в сложенном виде! Да вижу! Хватай уже сундук! Вот они, мои хорошие монеточки! Теперь спускаемся вниз. Погодь! Звездочку сначала возьми! Прям подо мной! Над выходом! Точно! Вот теперь погнали! Убирай крота!
Сразу развернусь. Спускаемся. Убирай камни. Пэу! Пэу! Ну все, считай, прошли. Я погнал на выход, а ты жми на крота. Игруля, звезда подо мной, хватай. А? О, вижу. Фух, успели. Ага, чуть не забыли про нее. Чуть не считается. Берем удвоенные монеты и погнали, этот же уровень на время пройдем. Ну что, ты готов? Я же капитан самолета. Я всегда готов на взлет. Игруля, я погнал проходить, а твоя задача вовремя кротов убирать и на трамплин нажать. Слушаюсь, капитан. Отличная работа, думаю, успеем. Ты, главное, не останавливайся, и тогда успеем. И есть! Крутяк, снова с первого раза прошли. Погнали костюм менять. Чего-чего? Какой еще костюм? Мы и так уже два за серию открыли. Первый не считается. Мы его слишком быстро поменяли. Ну так, можем снова его надеть. Не-не-не, идем за новым. Да и вообще, я здесь капитан, а ты мой помощник. Так что мое слово главнее. Вот наглец. Ох, интересно, что же нам выпадет в этот раз? И это костюм клоуна. Это, конечно, смешно. Но не хочу быть клоуном. А придется. Сам захотел костюм сменить. Ну, Игруля. Все-все, ты больше не капитан, поэтому не можешь мне приказывать. Вот же ж. Да ладно тебе, Боб. Мы же по 3 уровня за серию проходим, так что недолго тебе в этом костюме ходить. Ну, хорошо. Ха-ха-ха. Тогда не будем терять времени. Погнали проходить 18 уровень. Оба-на, Игруля. Зырь, впереди пушка стоит. Ага, только что-то она не стреляет. Походу, бракованная. Стоит просто для вида. Значит, проходи, убирай бревно впереди кнопкой. Вай, пушка заработала! Чё делать? Ой! А пушка-то не бракованная оказалась. Чё это она стояла-стояла и вдруг начала стрелять? Просто под ней тоже красная метка, поэтому ты и бревно убрал, и пушку включил. И чё делать? Стреляй! Во! Обломись, пушка! Моя пушка не хуже, чем твоя пушка! Ну давай! А может, ее можно разрушить? Ну-кась! Вот тебе! Получай, пушка! Лови снаряд! Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Получай! Эй, хорош, дружище, тебе ее не разрушить. Оставь ее и спрыгивай вниз. Ну ладно, ладно, так уж и быть. Кстати, пока ты был наверху, я звездочки заметил. Одна в начале уровня под вывеской, а вторая возле пушки, за табличкой. О, молодец, Игруля! В смысле это? Да я их тоже заметил. Просто некогда было сказать. А последнюю звездочку видишь? Пока нет, а я вижу, прям под тобой, в самом низу, вот она. Ой, да я ее тоже видел, просто тебя проверял. Ну-ну. Ладно, стреляй уже в кнопку, разворачивайся и ползи на трамплин. Только это, там крот на другой стороне. Я вижу, не боись, я его уберу. Ну так чего же ты ждешь тогда? Убирай, да я погнал. Вперед, Боб! Давай, давай!
Есть! Уровень на 3 звезды прошли. Берем удвоенные монетки. И нам осталось только пройти этот же уровень на время. Запускай! Я этот уровень хорошо помню. Ща пройду кабанчиком. Итак, погнал! Вот тебе пушка! А теперь выстрел и разворот! Может, надо было сначала остановиться, а потом стрелять? Не-не-не, мы так время потеряем! Ща еще раз сделаю выстрел с разворотом, только побыстрее! Раз и два! Фух! Вот видишь, я же говорил, что пройду кабанчиком! А то, что проиграли один раз, это не считается. Ну, как обычно. Итак, ребята, мы прошли еще 3 уровня приключения Улитка Боб 3. На этом и закончим серию. Продолжим в следующей. Агась, покидули, ребятули. До встречи на канале у Игрули. Пока, друзья. Пока-пока, Улитка. До скорой встречи.